Уже 7-й год подряд Одесса принимает престижную премию «Золотой мангуст». Это своего рода «Оскар» в мире единоборств. И достается она действительно лучшим из лучших в своих видах спорта. И сегодня мы пообщаемся с каждым из них. Общественная организация «Мангуст» учредила в 2009 году премию «Золотой мангуст». Это премия, где учитываются заслуги людей, которые делают много для развития спорта, в том числе и спортсменов, которые достигли высоких результатов в текущем году. В такое непростое время мы хотим показать, что надо объединяться и в единстве силы. Увидите, сегодня присутствуют на мероприятии спортсмены разных национальностей, которые представляют нашу Украину на мировых аренах. Всех номинантов ждут награды, выполненные мастерами-ювелирами. Особо отличившихся за год спортсменов отмечают статуэтками, а выдающихся меценатов спорта – орденами. И в этом году будет презентован новый орден, золотой, естественно. Он будет больше, он будет красивее. Это золото 585-й пробы, это эмаль, это ручная работа, это полностью эксклюзив. Статуэтки выполнены из серебра, покрыты позолотой 24 карата на зеленом змеевике. У организаторов премии далеко идущие планы. Хотят развиваться и еще больше расширять географию. Мы надеемся, что премия будет развиваться и будет все больше поддержки и со стороны властей, и со стороны общества. На наш взгляд, это правильное дело мы делаем, нужное дело. Потому что без здорового подрастающего поколения, мне кажется, у нас не будет ни здорового государства. Но я верю в то, что перспективы у нас развиться до настоящей международной премии, может быть, даже межконтинентальной. Как оказалось, «Золотой мангуст» и без того довольно известен за рубежом. Его знают даже в США. На премию приехал бывший чиновник из Пентагона. Репутация сегодняшнего вечера достигла таких далеких стран и таких далеких границ, как Америка. Для меня честь присутствовать здесь. Мне очень нравится название «Мангуст». В следующем году на церемонию Филипп пообещал привести из Штатов своих друзей, профессиональных игроков в бейсбол и американский футбол. А в этом году иностранные делегации на премии были от Польши, Грузии, Израиля и Азербайджана. Обещались белорусы, но у них не получилось приехать в последний момент. Вручали награды известные спортсмены, политики и меценаты спорта. Все они высокого мнения об уровне церемонии. То, что на сегодняшний день выделяется государством, я имею в виду финансирование, крайне недостаточно. Поэтому нужно как можно больше вот таких меценатов, как вот сегодняшние наши, я бы их назвал героями. Они молодцы, они правильно делают. Здесь собираются друзья спорта, где мы можем пообщаться, где мы можем поделиться впечатлениями, рассказать свои проблемы и решение этих проблем. Так что я всегда рад, когда люди делают такое мероприятие, всегда поддерживаю и участвую. Многие ошибочно воспринимают занятия единоборствами как неоправданное насилие. А по факту это воспитание в человеке железной воли к победе, умение преодолевать преграды и самое главное, умение не сдаваться даже в случае поражения. Сегодняшние наши номинанты – яркий тому пример. Заслуженный мастер спорта по вольной борьбе. Для мене це дуже велика честь вважати то, що про спортсменів не забувають. І було дуже приємно приїхати сюди і отримати цю нагороду. Це велика радість, що просто про нас пам'ятають і не забувають нас. Перший раз на такій номінації. Даже не ожидала, что будет так все хорошо. Спасибо огромное «Золотому мангусту», что пригласили сюда, в Одессу. Я, конечно же, впервые нахожусь на таком мероприятии. Мне очень приятно, то, что меня наградили. И эмоции переполняют. И я буду только стремиться к лучшему, чтобы завоевать больше поясов и участвовать больше в таких мероприятиях. Приятно получить награду среди таких именитых и сильных спортсменов. Так что это стимул продолжать дорогу вперед. Просим чемпиона дать совет начинающим спортсменам, как добиться успеха. Говорит, единоборства доступны каждому. Главное – работать над собой. На самом деле трудолюбие сделает все. Если человек действительно этого хочет, то он обязательно достигнет успеха. Секретами воспитания чемпиона делятся родители Ромы – Марина и Надар Долидзе. Они специально приехали из Батуми, чтобы своими глазами увидеть триумф сына. Мы хотели, чтобы он вырос честным, порядочным, сильным в этой жизни,
чтобы добился чего-то. Ну, так и растили, соответственно. Ну, конечно, он еще своей стороне оправдал все наши надежды. К сожалению, Руслан не смог лично сегодня... За весомый вклад в развитие спорта в нашем городе и активное строительство спортивных объектов стал номинантом премии генеральный директор компании «Кадор Групп» Руслан Киван. Получил награду представитель компании. Организаторы мероприятия подчеркивают важность спорта в жизни человека, в жизни нашего города. Очень приятно было получить, представляя интересы нашей компании, руководства компании, получить знак отличия от ордена Золотого Мангуста, который подчеркивает вклад руководства компании и в целом всей компании в развитие спорта, становление спорта в нашем городе. Вот и подошло к концу награждение. 16 статуэток и 11 орденов нашли своих достойных обладателей. Но уже через год сильнейшие спортсмены соберутся здесь снова на вручение премии «Золотой Мангуст-2016».